Так. Сдал, убил. Да не готовлю я в ней, мультиварку сдал, а мясо люблю. Гриль купил, сдал, убил. Вообще не смотрю телевизор, сдал. Это все в интернете, планшет купил, сдал. Так, видеообзор на Samsung Smart TV. Как он выглядит? Ставим флешку для проверки звука. Также насчет Smart TV. Туда нужен, смотрите, либо проводной интернет, либо тот, либо флешка, которая принимает, ну, флеш-адаптер, который принимает сеть Wi-Fi. Там не встроен Wi-Fi адаптер сам. Соответственно, либо проводной, либо же вот эта вот флешечка, которая вставляется и ловит сам Wi-Fi. Так. Звук я проверил. По поводу самого экрана. Засветов здесь нету. Здесь нету битых пикселей. Все полностью в рабочем состоянии. Единственное, что нету ножек для подставки телевизора. Вот они вот здесь находятся. И он с крепежом для того, чтобы повесить на стену. Также я проверил сам USB-ход, он рабочий полностью. Здесь он и рабочий. Флешка стоит, я по нему включал видео. Можно еще раз попробовать. Вот. Вам покажу, вот USB есть. Так. Сразу видео. У нас программа здесь. Сбор роликов. Ну и соответственно сейчас запустим сам ролик. Купил, TikTok не снимает, лампу сдал, а дорогу снять надо. Регистратор купил, сдал, купил, сдал, купил. Где сдал? Победе сдал. Где? Алло, Василий? Да, я по поводу объявления, звонил вам уже.